самая спонтанная покупка авиабилета в моей жизни. Оплачено. Естественно, прежде чем куда-то ехать, нужно привести газон в порядок. Эту легенду я беру с собой. Внимание, Федя искал Снилс. Билетик напечатали. Воняет саниной, будем откровенными. Нет, вайбово. Уютно. Это мой друг, знакомьтесь. Котлован, обзор. Доброе утро, это внезапно начало влога. Я иду в Нижний Новгород. Внезапно. Время 6:52. Я не знаю, зачем она меня разбудила так рано. Зачем? Зачем? Я не понимаю. Хочу спать. Так, теперь стоит, наверное, все рассказать по порядку. В общем-то, вчера, 24 июля, сижу дома, никого не трогаю. Приходят баллы за вступительные испытания в Высшую школу экономики. У меня 85. В целом, справедливая оценка. Было бы больше, было бы приятнее, скажу так. Я бы не дал сам своему проекту больше 85. Надо что-то делать дальше. А принимаю решение, что нужно как бы оригинал аттестата как-то занести в вышку. Спрашивал, какие есть варианты у приемной комиссии. Они сказали, ну вот вы можете отправить с деком, к примеру, или лично отдать. Вот, плюс сразу там типа контракт подпишите. В общем-то, я взял свой аттестат. Поехал в СДЭК, приезжаю к СДЭКу, звоню маме, а она такая, ну, надо рассмотреть вариант куда-то поехать. Я такой, опа, ничего себе. И каким-то вот таким удивительным образом мы сегодня уже куда-то летим. Ну, естественно, прежде чем куда-то ехать, нужно привести газон в порядок. Кстати говоря, лечу я на один день, и, ну, мне много вещей с собой не надо, но... Эту легенду я беру с собой. Это носки с крошем от Алины. Дэм. 100% надо. Травму уже покосили, но если это проблема, я не могу найти свой Снилс, который нужно подать для поступления. Внимание, Федя искал Снилс. Федя Снилс не нашел. Мы идем к сестре искать его. У нее вся надежда. Если я его не найду, я не знаю. Я не хочу об этом думать. Хозяйка. Такие мы принарядились, в общем-то. Ой. Принарядились, да. Немножечко подобрали образ, аутфит. Не могу вам сейчас его показать. Ни красиво, ни инстаграмно, ни прикольно. Вот. А вообще сейчас будет спидран просто по всему, потому что у меня буквально минут 10-15, чтобы успеть пропылесосить дом. Убраться здесь более-менее. Собрать вещи. Времени мало, нужно ускориться. А как аутфит показать? Ну подождите-ка. Не видно ничего. Я нашел место, где более-менее что-то видно. Собственно, собрались мы, принарядились. Какой сейчас план действий-то? Мы сейчас едем к сестре. У нее пытаемся найти Снилс. Между прочим, я позвонил в приемную комиссию. Там все более-менее под контролем. У меня есть скан-копия Снилс, но самого оригинала Снилс я не могу найти. Не надо меня лезть! Чего мне нужно, Ваня? Покрасить стены. Да, и я так полагаю, что, собственно, от Ани меня заберет мама, мы поедем в город, там возьмем такси до аэропорта, и там уже поедем. Ну, короче, посмотрим. Я в предвкушении. Очень интересный и насыщенный обещает быть день. Вот, все. Я почти приехал к сестре. Вот, взяли немножечко топлива. Как бы живем только на этом, исключительно на этом. Но, признаюсь, у меня есть некоторые слабости, да? Это вот эта штука. И вот эта штука. Это просто, ребята, дикая, лютейшая комбо. Два моих любимых напитка. Все. Но я могу жить только на этом. Исключительно. Отвечаю. Ну, так и есть. Такие мы стильненькие, модненькие. Помогли немного сестре. Там ремонт полным ходом. Племянник в первый класс идет. А мы летим в Нижний Новгород. Примчали в аэропорт, идем на самолет. Нет. Мы, собственно, в аэропорту. Постоянно хочет сказать в аэропорте почему-то. Мы в аэропорту. Надеюсь, это правильно. Да, собственно, мы в аэропорту прошли, что, контроль. У нас мы вообще на абсолютном легке. Чтобы понимали, мамина сумка, шопер и мой рюкзак.
Это самая легкая поездка в моей жизни. У меня буквально там одна кофта, ноутбук, провода и документы, все. Потрясающе. Я всем доволен. Мы зарегистрировались онлайн, поэтому просто сейчас идем на посадку. Посадка начнется минут через 30. Вот. Будет время прогуляться по Duty Free, что-нибудь посмотреть. Я очень голодный, честно говоря, я бы что-нибудь перекусил. Вот такие планы пока что. Внимание, прием пищи на косарь. Картошка, ролл, Липтон. Потрясающе, спасибо большое. Очень приятно, 1000 рублей. Нет комментариев, все, пока. Друзья мои, там вот этот бут. Мама тут спрашивала литература. Она взяла с собой, помимо сумки, ну, типа, она взяла с собой еще и бобину вязать. Собственно, что-то сейчас намечается. Короче, летим. Обзор на туалет. Он мега маленький и зеленый. На этом обзор закончен. На самом деле, страшные звуки. На самом деле, это самый короткий рейс, на котором я летал в своей жизни. Он длится всего час. Буквально только взлетели, прилетели минут 10, и мы уже приступили к сожжению. Типа, окей, мы прилетаем через полчаса. Хотя взлетели только минут 15 назад, по ощущениям. Короче, это очень необычно. Ну, очень быстрый рейс. Вы поняли. А вообще, да, я тут как бы прописываю, пока мы летим, контент в Instagram. Сейчас будем пилить некоторые истории. И еще сяду, пока будем снижаться, буду монтировать видео. Стрём. Прилетели, а? Влог с какой-то остановки. Непонятно где. Мы должны были с автобуса пересесть на метро и доехать до Стрелки. Мы проехали остановку, поэтому мы едем на такси. Едем на Стрелку. Забив. Ладно, все эмоции убрали. А теперь четко по факту. Потрясающий город. На самом деле эстетика просто level up, зашкаливает. Мне здесь очень нравится. Летом здесь великолепно. Просто, мне нет слов. Мне, ну, это что? Это почему так красиво? Возможно, законна ли такая красота в целом? Я есть хочу пройти. Вопрос отличный. Мама пропала. Где мама? Вон она. Это все для меня. Смоен, хорошо. Ладно, смотрим на эстетичную вкусную еду. Перекусили. Прекрасное место, очень вкусно. Мы наелись вообще как... Кто сильно наедается? Вот я не знаю, но мы хорошо поели. Идем в какую-то подворотню, в гостиницу. Вот так вот вы идете в какую-то подворотню. Что-то здесь воняет саниной, будем откровенными. И что-то как-то, ну... А потом вы вот так вот идете и встречаете вот эту красоту. Смотрите, какой уют. Стиль дикий, ребят. Нет, вайбово. Уютно, мило, класс. Ставлю лайк. Мамочки, у нас есть не только огромная кровать king size, но и диван. И огромный телевизор. Ребят, получить это при бронировании в этот же день за 9000 на двоих. Cool, I love it. Итак, предлагаю устроить некий рум-турчик. Погнали. Короче, здесь у нас вход. Здесь
Зеркало небольшое, прихожую. Большой Smart TV Samsung. Будем умно смотреть телевизор. Очень большой рабочий стол. Вообще. Смотри, какой стильный чайник, между прочим. Вообще стиль, фэшн. Чаечек, сахарочек, кружечки, бокальчики. Вообще красота, водичка. Диван. Огромная king size кровать. Большой такой шкафчик. Окошечко. Смотрите, кстати говоря, почему ручка белая? Это что такое? Мам, что за извращение? Это плохо, это мой минус сразу. И на самом деле номер очень приятный, очень уютный, очень классный, очень здорово. Все, наверное, надо спать. Очень бы хотелось вам рассказать, как прошел сегодняшний день. Если я соберусь силами, я это сделаю. Что ж, мы снова в ванной выложили некоторый контент в инстаграмчик, в телеграмчик, как бы блогеры. Я хотел сказать про то, как я разговаривался с чуваком с ресепшена. Я рассказал там свою историю, типа, как вообще сюда попал, зачем я тут. Он такой пожелал мне, короче, удачи, очень приятно. Сказал, что я очень хорошо знаю Нижний Новгород. Ну и, в общем-то, сказал, что я, типа, классный. Все, мне вообще очень классно. Мы пообщались, очень мило, такой small talk. В общем-то, да, все. Надо sleep, надо спать. 11 часов, 11:30 уже. Встали мы сегодня в 6 утра. Надо выспаться. Доброе утро. Мы пришли кушать. А то, что у них соль в перечнице, это просто забавно. Итак, какой план? В 9 открывается приемная комиссия, сейчас 8:36, мы доедем туда на такси. Там подадим документы. То, что вообще у нас был план погулять, но там идет дождь, поэтому пока мы не знаем, что будем делать. Пока наша главная цель — доехать до приемной комиссии и подать документы. Осматриваюсь тут изначально, в каких стенах я буду учиться. Окей, мы подписали договор на учебу в Высшей школе экономики в Нижнем Новгороде на дизайн. Я там немножечко прошелся, посмотрел, что у них там вообще, как все выглядит. Вот, подписали мы договор, нам выдали квитанцию на оплату. Да, сегодня-завтра оплатим все, я уже зачислен. Короче, со 100% вероятностью мы теперь зачислены. Мы все оплатили. Единственное, что нам нужно прикрепить чек в личном кабинете, либо отправить на почту. Мы сейчас с этим разберемся. И все. Такие вот дела. Такие вот деловые. Студенты в ше, получается. Смотрите, это новый трамвайчик. И у него деревянное сиденье. Посмотрите, как мило. Вообще потрясающе. Какая штука, в общем, это Большая Покровская улица, ну, скажем так, типа Арбат. Здесь стоит такая штука, и вы через нее смотрите и видите, как эта улица выглядела в 1910 году. Вот. Блин, очень прикольно. Я в восторге, я так люблю собак, это так мило, это просто, я не могу, это что-то. Вот вы живете здесь, на этой улице, вот тут где-нибудь, в этом доме, выходите погулять, идете в парк, играете со своей собакой, вы посмотрите, это же... Вообще, я не могу, она такая милая. Еще такое интересное наблюдение, мы вот гуляем по городу, и здесь буквально чуть ли не на каждом шагу обустроенные площадки. Видите эти кустики, зоны отдыха, зоны, где можно поработать, посидеть там. Вообще очень много каких-то вот таких городских пространств, где можно провести время с друзьями, с детьми, допустим, погулять с собакой, погулять там и так далее. Очень много такого, буквально на каждом шагу. Вот площадка здесь, здесь, там по улице. И причем, да, хорошо, это Арбат, скажете вы, но нет, мы ехали буквально по окраине города, мы выехали из аэропорта, который находится в полутора часах езды от центра. И мы едем, и здесь какой-то прудик обустроенный с лежачками. Там едем, здесь тоже все очень красиво обустроено. Для меня, как человека из маленького городка, у нас такая штука, у нас, ну, реально городок 20 тысяч населения, и у нас только начинает развиваться вся эта тема. То есть у нас отреставрировали наш кинотеатр городской, отреставрировали фонтан городской, между прочим, самый большой в Московской области. Сейчас реставрируют разные бульварчики, всякие вот общественные пространства их сейчас делают.
А здесь это уже есть, и этого так много, и это так хорошо, это просто... Ну, это глаз радуется, честно. Ребят, эстетика лютая. Ну, просто. Ребят, ну, солнце вышло, настроение сразу поднялось. А, все заиграло другими красками. Вообще, безумно приятно. Так вкусно пахнет этими... Кто это, мам? Это Джем, Алиса. Вот, петуньи и барбарисы. Бархат. Бархат. Как вы поняли, я тот еще знаток. Вау, просто вау. Вот красота общественных пространств. Смотрите, лежачок, да, вот мы на нем лежим, отдыхаем. Потрясающий вид, просто на самом деле, это же великолепно. А просто гора, склон вниз, но нет. Вот такую красоту сделали. Очень жарко, солнце внезапно вышло, стало внезапно в штанах очень жарко. Мы отправляемся на поиски шорт. Мы, короче, нашли очень классные брюки, шорты под брюки, вот. Безумно стильная, такая old money эстетика, бежевые, вообще, я очень хотел давно бежевые шорты, но они просто огромные, они XL размера, и даже с ремнем это выглядит нелепо. Мы попали в магазин, который официально еще не открылся, официальное открытие 5 августа. Сейчас я куда-нибудь пристроюсь в этом милом уютном парке и сделаю для вас обзор аутфита. Обзор аутфита. Шортики, карго, такие стиль, фэшн, футболочка белая, зеленая надпись, чтобы перекликалась с шортами. Пакетик стильный. Ну-ка. Мам дорогая. Мы покушали благополучно, взяли, выпили кофе благополучно. И идем на трамвайную остановку. Сейчас пойдем на трамвайчике до набережной. Там посидим, отдохнем, мама повяжет. Как бы занятие на всю поездку вязать. И уже оттуда на такси доедем до вокзала и домой. Я в новых вещичках, новых приятных, классных вещичках. Казалось бы, да, обычный магазин. А тут такая штука. Жесть, это если что далеко. Блин. Так необычно здесь ходить. А зачем это? Что там? Ждали мы этот ваш трамвай и не дождались. В итоге идем пешком. Гуляем, получается. Это мой друг, знакомьтесь, Сережа. Сережа, я скоро к тебе вернусь. Звание лучшего логотипа этого города получает Smile Hostel. Smile Face. Ну, ребят, лучше этого сегодня ничего не будет. Спустились в какую-то небольшую стройку. Тут у нас такой котлован, обзор. Здесь пешеходы переходят, все нормально. Очень долгий путь на вокзал. Тут какая-то нереальная развязка. Какая-то нереальная здесь развязка. Мы ищем, блуждаем, пытаемся дойти как-то до вокзала. В итоге вроде как это финишная прямая. Я не знаю, видите вы меня или нет. Мы сейчас сделаем вот так. Должно быть получше. И мы уже... Должны сейчас выйти из подземного перехода на вокзале, собственно. Вот такой план. У нас примерно час до поезда. Не знаю, мы, скорее всего, будем сидеть, откисать, отдыхать. Обзор на огромный туалет. Типа здесь. Я так полагаю, он... Он очень большой. Check out all your books.
Да, доброе утро. Так, стиль такой немножечко помятыш. Но, тем не менее, доброе утро уже следующего дня. Мы приехали, домчали. Что хочется сказать, это была мега спонтанная, очень насыщенная поездка. Мы много гуляли, много общались. С мамой мы ездили, да. Документы подали, самое важное. Плюс хочется что сказать. Нижний Новгород очень классный город, очень уютный. Опять же, тихий, но при этом довольно большой. Вот. Есть где, скажем так, реализовывать какие-то свои желания. Хочешь тут это, хочешь тебе то. Хочешь гулять здесь, там. Хочешь здесь в теннис играй, хочешь здесь то делать. Ну, короче, в целом, Нижний Город, во, оценку получает 10 из 10. Еще знаете, что хочется сказать? Очень приятные люди. С несколькими людьми, которые я общался и рассказывал, зачем я вообще приехал в Нижний Новгород, они такие, вот, тебе там удачи с поступлением, желаю тебе там всего хорошего. Мы, например, разобщались с паком, который стоит в ресепшене. Он там потом, он мне вечером пожелал удачи, потом еще, когда мы выселялись, пожелал удачи, сказал, все, у тебя там сложно, все будет хорошо, вот. Потом еще официанты, которые нас обслуживали, там, ну, очень много молодых официантов, и тоже такие, типа, вот, удачи там с поступлением, Нижний Новгород классный город, и все очень общительные, очень дружелюбные. В общем-то, как-то так. Вот. А вы не забывайте, между прочим, подписываться на мой канал, на мои соцсети. Там все вообще в прямом эфире, лайв-контент, да. Вот. И, собственно, до новых встреч.